Андрей, будьте добры, расскажите, как поступить с найденной купюрой. Спасибо. И Татьяна Дорохтичук ей пишет: купить что-то вкусненькое и скушать. Согласен с этим, только делайте это правильно. Если вы нашли купюру, то кто-то может сделать вольт. Допустим, человек бросает 100 гривен там или 100 долларов и говорит: я покупаю, и дальше произносит, что он покупает. Так вот, тот, кто это поднимет, тот, получается, отдаст что-то. Таким образом, человек поднимет 100 долларов, а отдаст фактически то, что тот поставил в виде вольта. Это черная магия такая. Ну и в этом случае можно очень сильно пострадать, особенно если купюра равняется 10. 10, 100, 1000. И что необходимо сделать? Нужно ли поднимать? Нужно. И что делать? Берете купюру, покупаете что-то вкусненькое и половину отдаете. Кому? Просто разбрасываете или выбрасываете в мусор. Говорите: это откупаю. Или это мой расчет за эти найденные деньги. И выбрасываете в мусорку часть. Допустим, купили пирожное или пирожок или пиццу. И часть пиццы там, не обязательно большую часть, говорите: это мой расчет за вот эти деньги. И бросаете. Ну вот, откупились.